Привет, ребят! Снимаю первое видео из моей новой квартиры. Вскоре сниму обязательно рум-тур, как и договаривались. Но сегодня будет короткое видео с подготовкой к новоселью. Я никогда не устраивала новоселье, а в этом году, так как я живу с Аней, мы решили, что сделаем такую мини-вечеринку, позовем знакомых. И я хотела просто снять, как мы будем подготавливаться, какую еду купим. Хотела приготовить какие-то прикольные веганские закуски. Покажу, что будем покупать в супермаркете, как это все украсим, накроем и так далее. Сейчас я буду выезжать в город, мне нужно купить кое-что для видеорецепта, свой инстаграм, и куплю, собственно, продукты для вечеринки сегодняшней. А я маленький такой, то мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой. А вокруг чужие люди, а кругом чужой народ. Have a nice day, guys. Сейчас у нас полчетвертого, и я хочу разбрести и пожрать арбуз. In the hood. На самом деле я расстроена, потому что я видела недосконалости. Не знаю почему, но вот просто неделю назад, когда мы переезжали, у меня высыпало где-то, ну, прыщей штук 4. И они не проходят вообще, вонючие. Вообще неприятно, конечно, этот момент. Ну ладно. О, я купила помаду новую, и она такая, типа, секси цвет. Nice color. Не мыла голову уже 3 дня. Наверное, я не буду мыть перед вечеринкой. Мне нравится, как это выглядит. Так, одним из блюд будет у нас мой рулетик, который есть рецепт в инстаграме у меня. Копченый тофу, огурец, зеленый лук вообще обычно, но сегодня будет укропчик, чтобы никто не вонял. И кукуруза, и майонез веганский. Я беру... Да, сюда. Так наверх надо было что-то. Я наверх и подымал. У нас только один этот нож. Не перемешивай. Так, вот в эту смесь мы закидываем кукурузку. И хорошенько размешиваем это с майонезом веганским. Ведронки, если что, самый вкусный майонез. Какой-то новый лаваш в ведронке. Точнее, там вообще не было лаваша, появился. Так, что мы делаем? Мы ложим вот эту вот нашу вот массу по всей длине лаваша и скручиваем потом. Так, Аня уже сделала не веганские канапешки, убираем. Сейчас я буду делать веганские канапешки с вот этим вот чизом, веган чиз. Это очень хороший, кстати, веган чиз, который похож на фету. Это самые примитивные канапешки, которые могут быть. Зубочистки раз, берем маслины, можете оливки взять зеленые. Хлебушек квадратиками порежем, но не обязательно, можно и без хлеба. Помидорки черри и сыр. Нанизываем сырочек один, половинку помидорчика, маслиночку и
плане можно маленький кусочек хлеба еще положить. А можно авокадо положить. Что хочешь, можно. Надо попробовать сначала, вкусно будет или нет. Неплохо. Сыра надо больше ложить. Можно без хлеба все-таки. Оливка, сыр и помидор. Боже, у нас горы, блядь, чипсов. Вот это вкусно. Без хлеба круче. Смотрите, зимка валит. Блядь, они уродцы. Короче, нам не нравятся, они какие-то некрасивые получаются. Пришло время резать наши два рулетика. Они уже пропитались. Мы их сейчас красивенько вот так порежем на кусочки. Накладываем красивенько. Вот. Это топовые рулеты. Так, короче, у нас все готово. Я ору с того, что типа тут еды дофига, просто стол, ну типа и гора еды. Тут уже винишко у нас, канапешечки, мой рулетик, конечный результат, так, кукурузка, но вот так вот тут веганский сыр, я решила, мне впадло было делать канапешки, я, короче, просто нарезала их, и все, мои рулетики еще, чипсы, пожалуйста, чипсы вообще самая идеальная еда, считаю, для всех, сейчас все будут рады, когда увидят эту две тарелочки на столе, да, ты рад, Ром? Да, а что вы делаете? А, разбирайте это. Угу. Нормально, вы уже стоите 5 минут, а только с ней рука. Я просто стою. А, ты просто стоишь сейчас. Если шоу, вот эта юбка у меня уже 5 лет где-то. Я в ней 100 лет назад еще фоткалась, когда жила с девочками в квартире вместе снимала. О, вау, как уютно. Мои прекрасные коленочки сегодня украшают, вообще подходят на самом деле. Мамка идет, мамка, и батя тоже тут. Блядь, это просто лучший подарок на новоселье. Это то, что нужно всегда, всегда актуально. Мамка знает, что дарить. Привет. Что это? А, это свечка! Классная! А как называется цветок? Скажи, пожалуйста. Какой сладенький. А? Написано? Квятка. Квятка. Элси флауэр. Это только фотка, там еще есть так все. Так тут все, блядь. Хер, дай мне хоть попробовать. Густой. I know that you...